Hello, Вилов на связи, но сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы задавали в комментариях под этим роликом. Всем приятного просмотра и приятного аппетита, кто сейчас кушает, а мы начинаем. Ах да, если ты хочешь, чтобы я ответил на твои вопросы, то пиши их в комментариях. И у тебя очень много будет шансов, чтобы попасть в ролик. Здорово, бро. Короче, приступим. Первое, ты планируешь, кроме музыки, что-то еще записывать? Игру какую-то? Второе, какая игра будет, если что? Это продолжение первого вопроса. Почему ты решил уйти из игр и заняться музыкой? Я планирую записывать Roblox, но если только у меня получится нормально его записать, смонтировать силой, если у меня нормально запишет микрофон звук. Почему ушел из Фога? Я так и не понял. Как дела? Будешь снимать игры? Почему я ушел из Фога? Потому что я перешел из Фога в стендов, а вовсе потом перешел на музыку, потому что мне надоели игры, и я решил заниматься музыкой, чем я, в принципе, и занимался, и любил это делать. И я, скорее всего, как и говорил, буду снимать, скорее всего, игры. Так что поэтому, возможно, ждите Roblox. Если я смогу все-таки записать его нормально. Почему ушел из Блокстрайка? Как сделать так, чтобы ты вернулся в Блокстрайк? Снимешь хоть один ролик по Блокстрайку. Будет румотур, ты вернешься в Блокстрайк. Почему ушел из Блокстрайка? Потому что у меня был очень маленький актив и заметил, когда FNAFGANS стал слишком популярным, и я решил перейти в него, и началась вся эта история с уходом на музыку. Снимешь хоть один ролик по Блокстрайку? Скорее всего, нет. Будет румтур. Вот румтур, скорее всего, наверное, на Новый год, если я смогу его записать. И все-таки, наверное, нет, потому что мне Блокстрайк уже что-то не сильно нравится, поэтому мне лучше хотя бы даже никуда не переходить, остаться на музыке, снимать какие-нибудь влоги и все. Почему ушел из Standoff 2? Потому что мне надоели игры, и я решил заняться тем, чем я занимался всегда, и буду заниматься с удовольствием. Те, кто не понял, музыкой. Ну что ж, ролик подходит к своему логическому концу, поэтому я попрошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы хотите больше таких всяких роликов, и пишите, опять же, обязательно свои вопросы в комментарии, чтобы я на них ответил и, возможно, записал вторую часть. И поэтому до новых встреч. Goodbye, bye-bye. Take me higher, I'll see you. You make everything.